Ремонт входной зоны второй поликлиники начался в начале лета. Он проходит в рамках совместного пилотного проекта ФМБА и Росатом о совершенствовании качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации. Подрядчик уже приступил к чистовой отделке помещения. На финишную прямую вышли наружные работы. Идет отделка крыльца гранитом. Мы довольны, проведем ремонт. Все виды работ всегда согласовываем со всеми службами и, наверное, прислушиваемся друг к другу и выполняем все просьбы, требования, которые необходимы. Помимо ремонта во второй поликлинике идет настройка процессов, которые будут здесь происходить. Это разделение потоков, стандартизация работы регистратуры, картохранилища, администратора холла. Активно идет работа, которая касается профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Уже работают школы здоровья пациента, созданы ролики профилактические, заработал портал на внутренней сети РФИАЦНИЕФ, где можно посмотреть и расписание, график работы поликлиники и некоторые ролики профилактической направленности. Ремонт здания – это лишь верхушка айсберга. Кардинально меняют подход к пациенту, выстраивают новые принципы приема больных. В рамках еще одного ПСР-проекта конференц-зал на четвертом этаже преобразуют в интерактивный класс. В нем будут проходить обучающие занятия для пациентов. Об этом проекте известно первым лицам Федерального медико-биологического агентства, в том числе главному специалисту по медицинской профилактике, которая очень поддержала идею создания такой школы в поликлинике номер 2 города Сарова, будет оказывать прямое взаимодействие и поддержку информационными материалами и сопровождением для развития этого направления. Все работы, которые сейчас ведутся, относятся к первой очереди. При наличии финансирования начнется ремонт второй очереди. Мы надеемся, что 15 числа здесь будут работы закончены, и поликлиника в условиях подъема заболеваемости начнет работать с разделением потоков пациентов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.